Щелковском отделении Мытищинского филиала Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера работают специалисты-медики, которые борются с туберкулезом, одной из самых тяжелых и когда-то широко распространенных болезней. Так, в позапрошлом веке эта болезнь была страшным бичом во всех странах. Она считалась почти смертным приговором. Средняя продолжительность жизни больных не превышала 3-5 лет. В 20-м и 21-м столетиях туберкулез удалось почти победить. Но и сейчас его необходимо держать под неукоснительным контролем. В Московской области и в городском округе Щелково заболеваемость низкая, ниже среднероссийской, 12%. На 100 тысяч населения российское, около 27 на 100 тысяч населения, и смертность низкая. Но, к сожалению, выявляются достаточно запущенные формы туберкулеза до сих пор у пациентов, которые давно не обращались в поликлинику. Лучшей защитой от туберкулеза на протяжении всей жизни являются регулярные обследования. Тогда человек имеет многократно меньшие шансы столкнуться с коварством этой болезни. Борьба с туберкулезом – это профилактика туберкулеза. Профилактика, то есть это проба Мантудия скин-тест для детей и флюорография для взрослого населения. Потому что достаточно много выявляем у людей, которые не обследованы 3-5 и более лет, а должны обследоваться самые здоровые жители раз в 2 года. В Щелковском диспансере действуют 2 отделения для взрослых и для детей. В них работают высококвалифицированные специалисты, обладающие большим опытом медицинской практики. Медучреждение оснащено самой совершенной диагностической аппаратурой. В рентген-кабинете действует цифровой диагностический комплекс с функцией линейной томографии. Он позволяет делать снимки в тканях на необходимой глубине, а также выявлять патологии в грудных лимфатических узлах. Созданы все условия для того, чтобы на самой ранней стадии установить болезнь и тогда с ней успешно справиться. Не нужно ждать до тех пор, пока нас что-то начнет беспокоить. Нужно не отказываться от прививок, от БЦЖ, в частности, от прививки от туберкулеза, не отказываться от проб, не отказываться от флюорографического обследования. Девиз, лозунг Дня борьбы с туберкулезом – «Да, мы можем победить туберкулез». Вот мы стараемся победить, но нам нужна помощь жителей. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.